Два новых аппарата для реабилитации пациентов поступили в физиотерапевтическое отделение Магаданской областной больницы. Один для фотодинамической терапии, второй для лазерной. Первый ревискан используется для лечения кожных заболеваний, трофических язв и ран, пролежней. Его задача заключается в направленном действии на поврежденные клетки и активацию их природных ресурсов. Мы его используем в хирургическом профиле, также в дерматологическом. В его основе синий и красный свет, что является противовоспалительным действием, и репаративным, то есть восстановительным. В ходе процедуры специальный гель-активатор заполняет пораженные клетки и под воздействием световых волн разного спектра запускает процесс регенерации. Пораженные клетки деактивируются и заменяются здоровыми. Запускается процесс выработки природного коллагена и эластина. Что касается второго аппарата УЗОР-2, он лазерной терапии, имеет более обширное действие, используется и в хирургии, и в терапии. Действие его очень многообразно, он и противовоспалительный, и обезболивающие, противоотечное действие, также репаративное действие. Но, несмотря на это, он очень легок и прост в использовании. Новым роботизированным оборудованием может гордиться и областной сосудистый центр. Это аппарат с обратной биологической связью, что облегчает работу как инструктору по лечебной физкультуре, так и пациенту. Стол Бовата механический для работы механотерапии, и аппарат для имитации ходьбы с поражениями верхних нижних конечностей, как правило, это гемипарез, либо гемиплегия, что это касается паралича, либо неполная работа верхних и нижних конечностей. Велотренажеры с такой же обратной связью при какой-либо сработке на отказ работы либо ноги, либо руки пациента, аппарат прекращает свою работу, не нанося вред пациенту. Если раньше, по словам инструктора, лечением занимались в палатах, то теперь это можно делать в кабинете лечебной физкультуры, кинезотерапии или механотерапии, что упрощает и ускоряет процесс реабилитации пациентов.